вообще занимаешься? Потому что большинство людей сейчас сидят в интернете. По утрам тоже изредка. Ленивые же у нас люди. Да, я хотел бы заниматься. Каждый день и вечером. Ну так, некогда. В принципе, да, если бесплатно. Мне бы хотелось. Я хотела бы всем заниматься, всем подряд. И чтобы меня всегда показывали по телевидению. Несмотря на то, что я молодая мама. И мне это очень нравится. И все хорошо у нас? По утрам обычно. Но сегодня так получилось, что вот днем. Теперь я себе нравлюсь. Разделавшись в полуфинале с Донбассом всего за 4 матча, Тарос также уверенно начал финальные игры с лидером регулярки Тюменским Рубином. Определиться в первой встрече за основное время финалистам не удалось. В овертайме Егор Дубровский отправляет третью шайбу в ворота Тюмени и приносит своей команде первую победу. Во второй встрече Тарос вновь оказывается сильнее и, закончив поединок со счетом 4-2, лидирует в серии 2-0. 21 и 22 апреля в Ледовом дворце Тарос и Рубин продолжат борьбу за Кубок Братины. Награда высшей лиги также прибудет в Нефтекамск, где при лучшем раскладе может и остаться.